Сегодняшнее утро для многих жителей Одинцовского округа началось со звуков странных хлопков, похожих на взрывы. Оказалось, что это работает система ПВО. Также беспилотники были замечены в Красногорском и Истринском округах и в районах столицы. Представитель единой дежурно-диспетчерской службы Одинцовского округа рассказал, как вести себя в подобных ситуациях. В первую очередь нужно позвонить в 112, сообщить информацию, где вы конкретно находитесь, в какую сторону летел беспилотник. Лучше найти какое-то укрытие, там, зайти под крышу подъезда или в подземный пешеходный переход и сообщить информацию, опять же, 112. Не передвигать, не трогать, не прикасаться. В первую очередь, опять же, позвонить 112 и ограничить доступ других людей до приезда службы. А при обнаружении любого другого подозрительного предмета не стоит трогать и передвигать его. Следует ограничить доступ других людей и позвонить в службу 112.